50 лет назад начал свою работу Дворец культуры текстильщиков. Сегодня он носит имя известного чувашского поэта Петра Хузангая. В честь праздника рядом с дворцом в Мемориальном парке Победы организовали юбилейный бульвар. Самыми яркими моментами стали танцевальный флешмоб и большой праздничный концерт. Выходной день многие чебоксарцы провели в Парке Победы. Перед Дворцом культуры имени Петра Хузангая инструкторы Федерации фитнес-аэробики Чувашии собрали всех на танцевальный флешмоб. Горожане выстраивали фигуры в честь 70-летия Победы и 50-летия Дворца. Дворец культуры имени Хузангая – это площадка для сохранения традиций народного творчества. Здесь занимаются от мала до велика. Нина Трифоновна работает в стенах Дворца 45 лет. Все это время она посвятила Чувашскому народному театру имени Максима Кошкинского. И падения были, и взлеты были. Но мы живем в этом дворце, работаем. Это наш второй дом. Очень много у нас коллективов, народных коллективов. И здесь работают отличные специалисты. И любой праздник, будь это городской праздник, будь это республиканский праздник, будь это только внутри нашего дома, я так называю, дворец, мы всегда очень активны. И наши работники – это люди, которые работают в этой сфере по велению души. На праздничный концерт приехали многие художественные коллективы всех дворцов культуры города. Народная артистка СССР Вера Кузьмина благословила дворец на работу на таком уровне еще 50 лет. Заместитель главы города Ирина Клементьева наградила лучших сотрудников дворца. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.